друзья, России, это группа Любе. Ну а теперь встречайте, любимая группа жены президента. Ну здорово, бабоньки! Группа Люба! Ну что, поговорим на женские проблемы по-мужски? А ты с лишнего веса устанешь, и в журнале диету найдешь, и всю неделю себя истязаешь, и вдруг ночью на кухню зайдешь, и ты пожрешь, и громко хрустнет потом, и пол кастрюльки борща исчезнут в темноте рта, а поутру решишь, весы тебе в рот, что тебе и подтвердят девчат с нашего двора. Че, правда похудела? Да! От похмельного мужа устанешь и поставишь вопрос ты ребром. Завязать пить он пообещает, а под вечер придет похмельком, и ты пошлешь, и он, поверьте, пойдет, и через день приползет, вину свою осознав, и ты простишь, ведь по-другому нельзя. А то ж его подберут девчат с нашего двора. Я думала, ты его бросила. Я бы проветриваться вообще положила. А бывает, идешь ты с работы и к подругам решишь заглянуть, и бутылочку купишь мартини, посидеть, поболтать по чуть-чуть, и мы допьем, и кто-то произнесет: а может, еще по чуть-чуть? Ну, лишь только если по чуть-чуть, да? И пять утра, а мы сидим и поем. Ну как поем, мы орем! Девчата с нашего! Будьте нам благодарны за чисто, что все же живет, кто на подвиги вдохновляет, кто тарелку борща вам нальет. Ведь не смог без борща бы Гагарин завершить свой высокий полет. Сейчас хотелось бы обратиться к мужчинам. Мужчинам, которые нравятся Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес. Знаете, на них все смотрится, а на нас все держится. Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знает каждый. Решиться на хозяйку покуситься, то сумеет рядом встать и нахало покусать. Это знает каждый. Это не слова, это не собаки. Это существо, это не собаки. Ласковые собаки, веселее собаки. Это существо. Кто любой приказ дал. Кинем малинка. Спасибо.